6 лет. И он перед моими глазами, как это, как будто бы это было вчера. Вот как сказали здесь, мы прожили 52 года. Слава Богу, прожили мы неплохо. У нас прекрасные дети, внуки. Самое главное, что у моих детей хорошие мужья, которые поддерживали их, поддерживают их на протяжении всей их жизни. Я очень-очень благодарна. Особая благодарность, Юрочка, родной мой, спасибо тебе за твое доброе сердце, за свою щедрость, за свою любовь и уважение к нам. Я очень-очень люблю, Юрочка, тебя. Будьте счастливы с моей Ольгой. Спасибо вам большое.